Всем хороший двор. Сейчас... Нужно это сразу отправлять. Уважаемые граждане, покиньте, пожалуйста, территорию. Вы мешаете здесь, дезорганизуйте работу. Мы будем сидеть, мы давно покинем, хорошо? Вы выйдите, пожалуйста, на улицу, ожидайте. Вы мешаете работе. Вы выйдете, тогда мы будем покинем. Ну вы мешаете работе. Что же работать? Пускай же не ключи. Да, вы нам мешаете. Понятно. Я хочу узнать, как добыть моя сестра. Мне говорят, что вы сотрудник, но я на тебя не выходит. Прошло час. Куда пойдемте? Я жду, когда вот мне скажут, вы не сотрудник, я объясню мне, когда придет моя сестра. Я уже жду, наверное, час. Мы имеем право здесь находиться. Господа, а можно пройти просто? Куда проходить? Ну вы как-то заблокировали вход. Куда? Да, куда сюда я хочу пройти? Я вообще стою с мужчиной. Давайте потихонечку проходим. Да нет, вы не пойдете. Я не пойду никуда, я буду ждать сотрудника, когда вы снимите. Куда он выйдет-то? Да не надо, просто пройти, не надо меня трогать. Служебное помещение. Отделение полиции. Ну что делаешь? Отделение полиции. За той дверью. Право находиться здесь. Наше гражданское право здесь. Полиция! Бьют! Помогите! Вызовите полицию! Насилие! Какие-то люди в форме! Избивают нас! Я имею право здесь находиться. Нет, я имею право здесь находиться. Дайте мне зайти в рабочую службу. Дайте мне зайти в полицию. Я имею право здесь находиться. Не мешайте людям в работу. Представьтесь. Закон, потом прошу. Имеете право этого делать? Что вы что делаете? Ужасно, вы что делаете? Ты понимаешь, что ты делаешь, хотя бы понимаешь? Ты что делаешь? Я? Руки убери. Мы имеем право там быть. Мы имеем право там быть. Мы имеем право там находиться. Все. Позор! 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 А заявление, можно, Роман? Ну да, все, кто стояли, ждали. Бланк заявления, пусть она напишет. Дайте бланк заявления. Напишите заявление. Пока вы будете писать заявление, вас не будут трогать. А они как-то, что-то сложно? Ну, мешаете работать, типа. На что конкретно вы реагируете? На чем приехали, да, хлопцы? Все довольно тихо было. Пешком пошли. Все, не отвечают на звонок в отделение полиции? Нет. Это закрытое какое-то?
Объект закрытый, засекреченный. Телефон доверия, давайте позвоним. Позвоните, пожалуйста. Здравствуйте. Примите, пожалуйста, заявление. Я пришла в 78-й отдел полиции передать еду задержанным. Меня с применением силы сотрудники полиции и ОМОНа выставили на улицу и закрыли дверь. Я не могу передать еду. Большое спасибо, Господи. Задержан? Фамилия задержанного? Анастасия Никозакова. Ходорева. Кто еще? Она моя сестра. Они отключили звонок. Что там тебе по фотоаппарату начали стучать? Да. О, ну отлично. Хочешь переснять? Ты можешь выложить сразу? Нет, в это идет, в эфир идет сразу. То есть пришел ОМОН, начал, значит, выкидывать людей. Начал портить технику журналистам. Ну, бить по камере, по крайней мере. Да, возможно, бить тебя по камере, это, да, какая-то лояльная мера. Что еще? Stop.